Судьба крупнейшего испанского производителя бытовой техники «Фагор» решена. Арбитражный суд «Сан-Себастьян» одобрил соглашение, по которому активы разорившейся компании покупает алжирская группа «Севиталь» за 25 миллионов евро. В марте суд попытался было заблокировать сделку, считая, что заводы «Фагор» стоят на 10 миллионов евро больше. Но администрации французского филиала компании «Фагор Бранд» удалось обжаловать вердикт. «Фагор» занимает 5-е место на европейском рынке бытовой техники. На его заводах в Испании, Франции, Ирландии, Польше и Марокко трудится 5600 человек. С 2007 года продажи упали на треть. Уже в 2009 у компании возникли проблемы с ликвидностью, а к ноябрю прошлого года долг превысил миллиард евро. Тогда испанская фирма и ее филиалы объявили о банкротстве.